Мы в эфире, если что. Да, Лёш? Да. Все, мы в эфире. Hello, everybody! Мы в эфире! Да. Паук или клещ? Все, отлично. Мы сейчас начнем бить, ребят. Так что ты мне звонишь-то? Да, Арсений. Все, я не могу говорить. Все, у меня концерт начался, и я уже, может, встречать на сцене и с тобой разговаривать. Все, пока. Ну что, готовы? Все? Да. Сём, у тебя есть голос? Да. Все, поехали. Петербург. Я снова в Питере. На Twitch канал. Добро пожаловать в мир знакомств с Артемом Пантелеевым. Чё? Тёма повесил себе микрофон, и когда он захочет пошутить, он размьютит себя и будет вас радовать, да. Это он запарился, это не я. Я никогда такого не сделал. Добрый вечер, это Алексей Толстаков. Здрасте! У нас уютный концерт, мы так решили. Мы так решили мужским. Волевым решением. Да, и в принципе много песен мужских, я даже от тебя не ожидал некоторых. В плане, что они
ну, есть разные мужские, ты поешь определенные мужские, а другие мужские ты не поешь, но сегодня ты их исполнишь, я очень рад. Да. Топ-контент у меня. Спасибо. Похлопаем. Нам! И вам. Да, да. Хорошо, я хотел сказать, ну ладно. Нет. Суханову и Казьмину похлопаем. Они красивые. На презентации шахмат. Мюзикл шахмат. Да. Ура. Ура. А когда мы громко хлопаем, у нас будут такие голоса. Говори. Раз. Туда. Я говорю. Все, ладно, не надо. У него всегда такой голос. Я по телефону, когда звонил, такой же был. Поехали петь. Артем Пантелеев. Спасибо, мои дорогие подписчики! Стоп! В смысле? Простите, мне придется отключить. Играй. Я что-то забыл. Как всегда, смотрите, да, я должен его выручать, он там забыл. А как это делается, в смысле? Конечно, бицы-то я не отключил. Я вообще про них забыл. Класс, бьет нас. А где я их вообще? Сексуальное лицо сейчас. Ну, хорошо. Но выглядит оно все равно вот так. Это у тебя сексуальное лицо, да? Он когда на пробу приходит... Нет, не то, не то! Не то. Сейчас, секунду, я звук должен отключить. Спасибо, ребят. Отдельно вырезать этот кусочек. Сохранить. Сейчас. Так, ну все. 5000 за раз бицов точно никто не скинет, поэтому все, поехали петь. Все, я все сделал. Won't you believe?
people got the real problems. Some people out of luck. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. To lie, then beg for forgiveness, making you cry, for making you cry, 'cause I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me. Some people got the real problems, some out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I make mistakes. I'm only human, it's all it takes. Don't put the blame on me. You should be looking somewhere high. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Так, значит, Алексей, сейчас будет просто жесть, да? А окно я закрыл, да? Да, закрыл. Не чтобы мы задохнулись, а потому что Алексей исполнит такое, что я не исполню никогда. Короче, расскажи, в смысле, как называется произведение, и просто ничего не говори. Скажи название произведения и пой, этого достаточно будет. Третий романс демона. Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль в душе твоей шептала всю грусть смутную. Отгадала я тот, чей взор надежду губит, едва надежда расцветет. Я тот, кого никто не любит, и все живущее клянет. Да, тот, кого никто не любит, и все живущее клянет. Я бич рабов моих земных, я царь познания и свободы. Я враг небес, я зло природы.
вас я в умиленье, молитву тихую любви. Земное первое мученье и слезы первые мои. Земное первое мученье и слезы, слезы первые. Дай, пожалуйста, гитарку, сейчас будет... Не надо давать ему гитару. Почему? Не давай. Артём, что такое? Я вынужден слушаться. Почему? Почему? Скажи, скажи. Как... А скажи, что текст демона — это про Ярика, да? Природы там. Значит, что? Непринятые природы. Я же хочу услышать красивые песни, поэтому я вынужден слушаться. То есть те, которые ты будешь петь, да? Я люблю вас обоих. Так, мужики, что короче. Он продолжит петь, мне приходится сейчас слушаться. Он сейчас свои усом своим сейчас будет в тебя тыкать. Я уже отодвинулся. Прости, что я не отрезал их пока. А я думал, ты так любишь. В смысле, вот так? Он любит моду 70-х. Когда еще не было пускогубцев. Ну, у тебя, да. Зубами. Ну, давай попробуем. Уу! Что я еще только не пел с этого альбома. Погнали. Что я только не играл с этого альбома. Да. Это не Агутин. Тьмой, светом проклят наверх, падал камнем на дно, птицы рвался наверх, только серые тени взлетели крон. Я устал, моя жизнь страшный сон. Я в сумерках проклят, лишь светом и тьмой, круг жизни замкнулся, пути мне домой. В безрадостном мире нет звезд, в небесах мечты обращаются в прах. Так кому мне молиться? Здесь нет богов, мир похож на темницу, дворец для рабов. Я скован цепями, хочу умереть, не могу ни ползти, ни лететь. Грянет гром, серый странник придет в этот мир, небеса ярким пламенем вспыхнут над ним. Это место покинут, мечтает любой, чтоб увидеть рассвет над собой. Я в сумерках проклят, лишь светом и тьмой, круг жизни замкнулся, пути не домой. В безрадостном мире нет звезд, в небесах мечты обращаются в прах. Thank you.
да быть мой, круг жизни замкнулся, пути нет домой. В безрадостном мире нет звезд, в небесах мечты обращаются в прах. Что-то значит не умереть, не уползти, не улететь, не унести. Не умереть, не уползти, не улететь, не унести. И это не Агутин. Ты зачем все вырубил? Прошу. А чтобы ушки не травмировать своих дорогих зрителей. Дорогие зрители, сейчас будет... Дорогие зрители, мужская песня. Да, очередная мужская песня от Алексея, которая взорвала мне мозг и уши. А что мы так быстро-то? Холодно, да? Да. Холодно, Тём. Угу. Видишь, я водичку пью. Согрей, Алексей, своими руками. Ну, то, что там тыкаешь. Вот и скрылись все твои потаённые желания. Метель укроет склоны горных вершин, и белым бела земля. Безмолвное королевство, и все из-за меня. А ветер стонет, и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но не в силах я. Не открывай, храни секрет, будь хорошим мальчиком для всех, закрой все чувства на замок, но тщетно все отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бушует шторм. Холод всегда мне был по душе. А я бегу все выше на ледяную гладь. И страхом дней минувших меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу. На службу призову пургу, свободу обрету во льдах. Навсегда отпусти и забудь этот мир из твоих грез. Отпусти и забудь, и не будет больше слез. Здесь мой дом, мой снежный удел. Пусть бушует шторм. Искрится воздух и земля от моих чар. Подвластны мне мороз и лед, вот что за дивный дар. И вот уже я знаю, как мне дальше быть. Я не вернусь назад, я должен все забыть. Отпусти. Полярность сияет.
бушует шторм. Холод всегда мне был по душе. Я скоро сделаю кнопку с аплодисментами, и ты приедешь, да, еще раз. Нет. Причем, да. Что такое? Ничего. Хотел пошутить? У тебя есть возможность? Нет. Так, значит, у меня... Это не моя сильная сторона, шутить. Сейчас... Народ так не согласен. Сейчас, дорогие ребята, я сейчас почикаю вот вас. Почикаю сейчас. Вас. Неон... Я что-то косяк на косяке. Но зато концерт-то какой хороший, ну... Живой! Простите, как ты всегда. Ты ее, наверное, больно хорошо вдохнул, нет? Ой, чё я громко так? Что, чем ты шутишь? Ты, наверное, больно хорошо вдохнул. Кто из нас? Ты. Я? Ты. В смысле, потому что я косячу или потому что я хорошо пою? Косячу. А, да. Всё, я все починил, можете тексты кидать. Потом с ними ознакомимся. Тексты песенки дайте. Тексты песенки дайте, а то... Я все, Лёш, а ты как... О! Ну, например, прекрасно сыграна роль магии Мороза. Спасибо большое, это мне. Ты пел тоже восхитительно. Ты видел? Ты как, вот ты когда вот ты. Скажи, как ты, когда вот на сцене вокруг тебя, ну, существует что-то, когда у тебя вот есть статичная какая-то история, и у тебя в голове она проигрывается в этот момент, или ты воспринимаешь, что там когда сзади на сцене, тебя дуют. Или дым... когда ты просто вот поешь. Или когда ты на сцене играешь. Ты сейчас на сцене. Ну, тогда ты играешь персонаж. Я твоя метель сейчас была. Ты почувствовал? Был. Да. У меня очень теплая метель. Что? Тут душно, естественно, я вас в парилке держу, а как хочешь, Тёма света навёл. Здесь такое баня. Да, но мы, это, между прочим, наше мужское испытание, как и мужские стримы. Да. Вот. Какой взгляд, какая игра бровями? Я думаю, это про Артёма. Артём, тебе комплименты. Я подальше обычно сижу. Ребят, мужики, отлично, люблю вас. Подожди, стоп. Ты хочешь мне что-то сказать? Нет, все хорошо. Я думал, ты просто... Нет, ты хочешь мне что-то сказать? Ну ладно, все тогда обиделся. Обижуля. Итачи. Послушай, Рейст, да брось ей Богу, твоя затея мне не по душе. Зачем нам в бездну, где найти дорогу? Свое отвоевали мы уже. Давай вернемся, лучший брат, в утеху. И наших старых навестим друзей. Твое здоровье встречи не помеха. Довольно сторонился ты людей. Оставь меня в покое, Карамон. Мой замысел давно определен. Ты вечно словно нянька за спиной. Красавица, герой, а что со мной? Легко ли быть ущербным и больным? Уродом на потеху остальным. Ты этого не знаешь, как ты не понимаешь. Все будет по-другому, когда я стану богом. Все будет по-другому, когда я стану богом, стану богом. Магистрали, новые земли искусства.
чистоты отвоюет он. Мое сердце давно бьется вместе с пульсом стального гиганта. Этот город растет и ложится весом на плечи мне, как атланту. На плечи мне, как атланту. Только б хватило сил мне. Только б хватило сил. Новые земли в щупальца забирая. Все, что раньше жило в людях, давно убито, и только мертвым дано насладиться раем. Мое сердце бьется не в такт с пульсом стального гиганта. Этот город растет, и я в нем чужак. Соринка в глазах Атланта. Соринка в глазах Атланта. Как его сокрушить мне? Только б хватило сил. Этот город растет, заслоняя небо, свет зажигая в каждом окне. Этот город растет и бросает вызов лично мне. Великолепное исполнение. Кого ты так еще шлепаешь из коллег? Из коллег? Я стараюсь не общаться с коллегами. Это... Ты забываешь про... Обидненько вообще для... Абсолютно глупая игра слов. Да. Ты забыл про свой, кстати, микрофон, забываешь? Ты... Ну, это Ярик. Или ты это еще шутить не начал просто так? Я об этом буду молчать. Да. Протест, что ты раньше мне не давал микрофон. Все просили, между прочим, знаешь, ему деньги присылали, я читал. Ему деньги присылали тебе на микрофон? Ты не включил, да, тебя. Да, да. Че, я не включил? Ну, в смысле? Да. Поговори с нами, ты же... Раз, раз, два. О. А так включил, да? Намного... Да, что? Да, да, раз, два. Дело в том, что, Алексей, ему даже деньги присылали мне на микрофон. Он их присвоил, я видел, что он купил два сникерса ну и вот. Твикс на эти деньги. И наклейку себе на машину. Ну вот и думай дальше. Ребенок в машине, в смысле, вот этот? Да. Это моя любимая наклейка. Теперь. Теперь, да. Ну, у тебя-то море-море какое-то в микрофоне. Ты держи его, ладно. Да, все, я буду. Забей, да. Да, и так слышно. Поехали. Что у нас там дальше? Oh, my friend. Oh, ты даже не знаешь, что будет дальше. В смысле, ты должен знать, в смысле, почему я так... Идея, да. Да. Обнадеживает, да? Давай, да. Давай, тонику. Я просто полечу по волнам музыки, как мы планировали. Давай, играй что-нибудь... Что бы мы ни планировали, ты всегда улетаешь по волнам музыки. Что бы мне ни говорили... На химии я сидел, а улетал все равно по волнам музыки. Да? В школе, да. То есть это... Все-таки ты был в школе. Ну, в чужой я приходил за... подглядывать. Волнами прибивало. Так, давай, сняли. Давай, 20 секунд мне какой-нибудь интрушки, чтобы настроиться. Давай. Да. Cry
Christ, what more do you need to convince you that you've made it all is as strong as the thief from the Rome who raped our country and who've terrorized our people for so long. Christ, you know I love you. Did you see our ways? I believe in you and God, so tell me that I'm safe. Christ, you know I love you. Did you see our way? I believe in you and God, so tell me that I'm saved. Jesus, I'm with you. Touch me, Jesus. Jesus, I am on your side. Kiss me, Jesus. There might be over 50,000 screaming love and more for you, and everyone of 50,000 would do whatever you ask him to. Keep them yelling their devotion, but at the touch of hatred from you will rise to a greatest power. We will win our souls at home. You get power and the glory forever and ever and ever. You'll get the power and the glory forever and ever and ever. You'll get the power and the glory forever. Forever and ever and ever. Neither you, Simon, nor the 50,000, nor the Romans, nor the Jews, nor Judas, nor the 12, nor the priests, nor the scribes, nor doomed Jerusalem itself. Understand that power is, understand that glory is, you only have to die.
You only have to die. Во сне я видел Иудея, он душу мне потряс. Я не встречал таких печальных глаз и отрешенных глаз. Спросил я, что с ним? Что случилось? Он не отвечал. Я повторил вопрос, но он молчал, как будто не слыхал. И вдруг весь зал вокруг наполнился людьми со злобой на него. Обрушились они, и все исчезло вновь. Передо мной явились толпы плачущих о нем, и слышал, суд вершили надо мной с презрением и хулой. Огонь, пожар. Ла-ла-ла. Так, секундочку. Ну вот и да. Ты готов, Тём? Ну, всё. Да? Ты говоришь, я демон? Так и есть. Со мною не видать тебе удачи. Навеки мое дело зло и месть. Но для демона не может быть иначе. Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно доставать себе вопросом, кто я? Мысли, что я демон, часто выжить помогали. Люди же повсюду так меня и называли. Ты зловещая луна, в моей муке влюблена. Отобрав души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я? По крестьяну бить меня хотела. Писали инквизиторы, калечили мне тело. Все восстало против молодого некроманта, сделав меня мученика моего таланта. Ты зловещая луна, в мои муки влюблена. Отобрав души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился? Человек, наполовину я мертвец, таким останусь я навек. Я будто волк среди овец, полна страданий жизнь моя, но выбор сделанный судьбой, ведь изменить не в силах я. Война с самим собой. Ответ. Почему?
почему весь белый свет обозлился на меня? Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на всю округу наложил свое проклятие. Я год урожаю, а вокруг чумы голод. И ветра залетные приносят жуткий холод. Ты зловещая луна в моей муке влюблена, отобрав души покой. Что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я? Я отфигачил все себе нафиг руки. И это только одна песня, в смысле. Поведай о... Ну, о тех, которых ты... любил. Прекрасен вид, покой везде царит.
Немного плотных объятий. Ты нахрена их задушил? Ты понимаешь, что ты убил всех сейчас? Да, это точно. Ты убил всех. Я просто сейчас был в чате, пока ты... душил. И они сказали, что, к сожалению, тоже все умерли, поэтому нас больше никто не смотрит. Вернитесь! Никого не осталось. Ты можешь их оживить? Как ты их оживишь? Ты король-жрец? Ты их оживишь? Не-не-не, погоди. Сейчас я настрою все. Да мне все равно, что там настроил. Ты уже дырку пробил все на столе. Да-да-да, там... Надо было дорогой покупать. Ну, это с годами. Да, я продажи, да. В общем, все умерли, и будем петь друг для друга, мужики. Да. Мы не успели. Часто... Во-первых, кстати, мы не просто так взяли этот репертуар. Сегодня горшку было бы сколько? 73. Нет, хулиган. Короче, сегодня день рождения Крашенёва Михаила. И сколько было бы лет? 45? По-моему, что-то такое, да. Ну, за 40 точно. За 40. По-моему, он 39 было, значит, сейчас 46, может быть, будет. 45, 46, 47, что такое. В общем, да, 47 должно было быть. Поэтому с респектом большим. Для тебя, король, шут, значит что-нибудь... Да я знаю, что значит. Насколько? Просто вот покажи, как рыбу. Насколько это для тебя... У меня рук не хватит ширины вот всех, вот рук моих. А почему ты... 47, видишь? А тебя в оркестре просят иногда королей шута петь? Ты предлагал хоть раз просто? Это было бы на самом деле бы классно. Между романсами демона. Бы, да, там, кстати, да, раз между... походит тематика похожа. Да, между с боем взяли мы орел, город весь прошли. О, есть такой. Короче... Есть еле мясо мужики, можно спеть там. Еле мясо мужики в городе Орле. Я который Вармерова пишет: скажите Тёме, что декольте отвлекает от концерта. А я говорил. Чьё? Чьё, Рома? Там же очень маленько все, не видно ничего. Ну, ты я подальше сел, поэтому. А мы же сегодня еще. Ну, мы так как мы общаемся свободно, иногда вон чат летит. Хорошо, что ты не читал, я там писал, насколько ты прекрасный. Ты писал? Я читал, yeah. И я ошибся в аккорде за это. А зачем ты читал чат? Ты можешь не читать чат? Да нет, ты играть. Здесь, вот там. Или парни, мужики. И раз мы сегодня болтаем, у меня просьба от одной девушки. Поздравить подругу ее с днем рождения. Екатерина Щербакова, с днем рождения. У тебя хорошая подруга, она тебя, видимо, любит. Да. Давай ты сделаешь как-то больше. Но любовь бывает удушлива. Так что сексуальным голосом. Сексуальным голосом? Любовь бывает удушлива. Нет, с днем рождения, подруга. А, с днем. С днем рождения всех девчат и ваших ребят. Самых крепких вам, ну... Ребят. Крепких вам ребят. Я помню, где-то как-то поздравлял. Да? Зачем ты вообще про ребят начал говорить? А, ну мы ребята. Вот мы с Аней спорим. Ребята для меня это и мальчики, и девочки. А для Ани, типа, ребята это только мальчики. Такое воспитание. Для меня так же. Только мальчики? Угу. Но если ребята, то... Ну как-то это просто вот, ну так, с детства. Да, меня воспитывали, что ребята это просто, ну, общее. Ребята и девчата. Хорошо, но если... Есть же девчата. Так я могу говорить девчата? Есть? Я даже не думал об этом. Ребята и девчата. Если есть девчата, то... Если для тебя ребята это общее, да. И есть девчата, так. То мальчики как? Пацантре. Чтобы ата. Значит, девчата... Я за... Так это клевое слово-то, оно красивое. Понятно. Оно никого не оскорбляет. Как только... Ребята? Да. Девчата? Нет, девчата. Девчата? Я не знаю. Девчата вас оскорбляет, когда вас называют девчата? Девчата, мы вас оскорбили хоть раз так сегодня? Так называется, да? Хороший. Да. Вряд ли он кого-то оскорбляет. А мальчики в пинус? Что? Что? Спасибо, что теперь Яр знает о слове девчата. Нет, подарим не оскорбляет. Его, ну что ж, девчата его. И ребята, тогда хорошо. Я думал, ребята это все, понимаешь? Прямо от всей команды спасибо. Ярик, давайте я подарим словарь Даля. А, Даля? Даля? Не знаете, это мем, да? Ну ладно. Даля. Нет, я не знаю. И не надо, хорошо. Я тебе пришлю. А ты, но... Не, на самом деле, спасибо, я что-то и не думал так называть девчат. Девчата. Мы девчата.
Помнишь? Сейчас. А. Мы, в общем, ну мы мы абсолютно за, между прочим, девчат. Да. Мы любим девчат. Ты давно любишь девчат? Я всю жизнь люблю девчат. Как родился тебе? Наверное, да. Вот, ну, я тогда этого просто дали не осознавал. Подержать. Что? Ну, мне дали подержать, когда я родился. Девчатку. Девчатку. Взрывчатку. Я смерть и рождение, я взлет и падение, я мир и борение, покой и движение. То я, то, что ты ищешь, чего избегаешь, я то, чего жаждешь и что отвергаешь. Походка беспечной пришла ниоткуда. Была я извечна и вечно пребуду. Какой меня видишь, такой к тебе выйду. Погибельной страстью, любовью и жизнью. Не счесть моих ликов, не счесть воплощений, предсмертный твой крик я, истон наслаждения, блуждая во мраке. Открой мое имя, какой меня видишь, такой к тебе выйду. Протяни, сделай первый шаг, покрывало подними. Я купол небесный, я недра земные, молитвы святые, смрадная бездна. Я мать твоя, Рейслин. Я смерть твоя, Рейслин. Соперник и недруг, сестра и невеста. Не счесть моих ликов, не счесть воплощений, предсмертный твой крик я, истон наслаждения. Прочти эти знаки, что я начертала, созвонного лика. Сорви покрывало во мраке бессильный, премудрости мага. Познай свою гибель, познай свое благо. Не страхом и верой, надеждой и крахом. Один только выбор, один только шаг твой. Дальше я от свою одну лишь песню. И будет, и будет антракт. Одну песню и будет антракт. Я да. Подожди, мне нужно подготовиться к этой песне. Давай, хорошо. Переодеться. Серьезно? Нет, конечно. Еще больше расстегнуть декольте. Да, нет, не надо. Тут песня. Я бы не назвал это песней, это вообще-то ария. Кстати, я. Но если считать. Следуя современным тенденциям мюзиклов. Если считать мюзиклами музыкой, да? Хулиганьё. Чем больше смотрю современных мюзиклов, тем больше мне не хочется называть
произведение для одного голоса ариями. Они все тяготеют прям в песне, в песне, в песне, в песне. И все проще, 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 проще структурно. И прямо эта песня уже, это арией не назвать. Это что ты имеешь в виду конкретно? Ну, в мюзиклах, в смысле, принято ария, ария, ария. А я понял, там, где оркестр, там ария. А там, где бэнд, там можно и песню. Ну, про кейс современный, ты говоришь. А, все говорят о там, о Джиме. Ну, ты не смотрел. Ты вообще мюзиклы не смотрел ни одного. Что тебе объяснять? Ну, как мне идти? Давай споем хорошую арию. Хорошая. Когда ее пел тот, кто ее пел. Да, а не я. Как обычно. Сейчас, подожди, это что-то включено. Вот. Ты готов? Я... Я жмакну первый, но ты не торопись. Давай, попробуем. Сейчас. Это тяжело. Ну, мне тоже будет сейчас нелегко, но давай. Слушай, я буду как могу. После этого нужен антракт будет. Да, минут на 40. Да. Это не я! Хотя, казалось бы, и не за что мне было абсолютно его любить. Это не я, его не стал я убивать, хотя и мог в лесу безлюдно его добить. Я не пойму, как выполз он, когда бомбили эшелон, как он добрался до этих осин, где я наткнулся на него, едва живого друга детства моего. Друга своего, да-да-да-да-да. Ну и что с тобой, клятвы на крови, дружба навсегда. Все это мура, чушь-чушь-чушь-чушь, детская игра. Все это мура, детская игра. Закон природы, просто из змеиного яичка. Из змеиного яичка не вылупиться. Дрозд не получится, синичка. Не получится, синичка, и глупо ждать, что род людской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все же человеки, из непорочных человеческих детей никто другой уже не вырастет вовеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все это, он ответил: отвяжись. Я сказал: ну вот уж нет уж, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас махну рукою, и моей проблемы больше нет. А он, ну врешь, он слаб, ты покончить со мной. А я, смотри, ну смотри, я спускаю крючок. А он, сервец, калека, лежачий больной. Ну что, отбил мне плечо? Мог меня убить, это же маяк. Вот-вот-вот-вот-вот, до сих пор синяк. Я этот костыль, я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички, я забрал его вещички, всю еду и даже спички, всю еду и даже спички. Это не я его убил, он сам потох, сам потох. Так, и значит, мы начинаем стрим, Мы здесь, мы возвращаемся. Скапливайтесь к компьютеру. Как, Алексей, как тебе чат? Я ничего не понимаю, что там, кто там дарит. Да? Вот это все живые люди, они тебя очень любят. Подожди, не, пока. Они тебя все очень любят. Я пока мылся. Ой, я забыл пиджак.
Можешь, ты его принесешь, ты настоящий друг. Сейчас. Прекрасно. Замечательно. Спасибо. А где ты его оставил? Ну, там. Там, вот там, то там. Да, спасибо. А я могу вот так вот даже играть. Так. Сейчас это актуально будет. Да, сейчас это будет актуально. Потом его надену, да. Значит, ребят, мы возвращаемся. Вот мы. Привет. Привет всем. Любимые, волшебные мы. Любим вас, волшебных, и всех. Одеваться. Нет? Поэтому я накидываюсь. Я обкидываюсь вещами. Значит, все накидываются по я хочу сказать, наверное. У нас мужской концерт. Спасибо большое, Лёш, что ты, блин, согласился в натуре, you know. Правда, нет, правда, спасибо тебе большое. Мы реально по-мужски зажжем. Ну, потому что мы такие. Во-первых, спасибо за мужскую великолепную песню, что ты там. В начале белогривые лошадки, это было хорошо, да, потому да, что потом... отец прежде всего, ой, мужчина прежде всего отец. Затем была вторая мужская. А? Затем была вторая мужская. А вторая по-настоящему мужская после белогривых лошадок будет сейчас. Ты хочешь быть услышанным, Артём? Ладно. Я, значит, объявляю, что это за песня. Объявляю, что это за песня. Фу, перестань, омерзительный ты мой друг. Люблю тебя. Я тигранотворение. Да. Значит, я хочу сказать, что, значит, эта песня. Все в чате, привет. Там, кто здесь кто? Саша, нет? Ну ладно. А вот пусть зайдет. Сейчас будет мужская песня. Значит, в чем и как? Ведь ничего нету. Да, Сася, ты, ну ты начинаешь, помнишь, да? А ведь ничего нету для мужчины. Ну это грустная песня. Ничего не будет грустнее. Сейчас я готовил просто. Потому что нету ничего для мужика. Грустнее, чем ты отказала в ласке мне. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом слышь березы, посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом слышь березы, посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне. Гоп-стоп, ты так любила звон монет. Ты шутки перечи носила, кожи крокодила, все полковникам стелила. Ноги на ночь мыла, ты родной совсем забыла. И перо за это получай. Ты шубки беличьи носила, кожи крокодила, все полковникам стелила. Ноги на ночь мыла, мир водой совсем забыла. И перо за это получай. Гоп-стоп, Артем, засунь ей под ребро. Гоп-стоп, смотри, не обломай перо. Об это каменное сердце. Сумки под колодой, ну-ка позовите Герца. Он прочтет его, ты очень популярный в нашей синагоге отходняк. А ну-ка позовите Герца, старенького Герца. Он прочтет его, ты очень популярный в нашей синагоге отходняк.
не проси. Год стук, и на луну нет голоси. А лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где у нас с тобой прикину, словно на витрину. В общем, лети не резину. Я прощаю все, кончай ее, Артем. А ты лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где у нас с тобой прикину, словно на картину. В общем, не тяни резину. Я прощаю все, кончай ее, Артем. Как будто сейчас танцал. Как будто сейчас сцена танзала должна была быть из «Бала вампиров». Тарзана? Тарзана, сцена Тарзана из «Бала вампиров», да. Танцзал там на немецком называется. Сцена очень веселая. В смысле, очень кульминационная. Что ты делаешь? Спасибо большое. И с искусством закончили. Дальше поем «Божественное». Ладно, спасибо большое. Сейчас я... Можешь, да. Фух, это было... Зря. Первая и последняя хорошая шутка Ярослава Поверенцы. Да. А знаешь почему? Почему твоя шутка хорошая? Что именно это хорошая? В ней есть правда. Ну, доля правды же. В каждой шутке она должна быть, да? У Ярика, да, шутки непонятные, и все как бы ржут над ним, что фигню городит какой-то. Да? Я фигню? Нет. Роботы пососы. Влажные и сухой уборки. Управление с пульта. Выбор режима работы. Уборка по расписанию. Датчики определения препятствий. Ультратонкий корпус. Роботы-пылесосы Redmond. Новая грань твоей свободы. Зачем я это вообще? Ну ладно. Итак, ваш Алексей Толстокоров. Алексей Толстокоров. Нет? Кажется... Что за песня? Я пришел с тобой говорить, сестра. Наша встреча не совпадение. Верю в Божие провидение и в последнее испытание. Верил в смирение и в проповедь словом. Я думал, что правда исправит любого. Я веровал в силу своей доброты, так же, как ты, так же, как ты. Я был тогда горд, и скажу тебе ныне, сестра, это путь величайшей гордыни. Не так уж смиренный, не так уж простый. Такие, как я, такие, как ты. Мы похожи с тобою, сестра моя, на нас Божье благословение. Но последнее испытание, искушение, сострадание. Смирение не в том, чтобы искать в людях благость, а в том, чтобы признать их порочность и слабость. Вот пастырь мудрость и избран лишь тот, кто твердой рукой свою паству ведет. Пусть
путь мирно и слепо пасутся народы. Нет дара для них тяжелее свободы. И пусть эту тяжесть берут на себя такие, как ты, такие, как я. На себя очи взяли вы много, на закон Божий промеряв Бога. Нет, нельзя веру обратить плетью, заменить небо золотой клетью. Неужели, сестра Крисания, незнакомо тебе сомнение в том, что миру нужна любовь твоя, что спасет его сострадание? Врата от врага я надежно сокрыл, но знал я, придет он с такою, как ты. Над жалостью пастырю следует встать. Сестра, ты должна мне врага указать. Мне не просто далось решение. Я скорблю о тебе, сестра моя. Но последнее испытание, искушение, сострадание. Видишь, Ярик, как мужики поют? Надо. Сострадание. Последнее испытание, искушение, сострадание. Все, просто надо обязательно было послушать что-то с птичьими верестами и. Чик-чик. 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 После каждого. А ты как а ты когда домой приходишь после. Прости, исполнение короля жреца. Ты не включаешь себе музыку для расслабления? Расслабление каких мышц? Я просто, знаешь, чтобы я вот, вот если бы я был миллиардером, я бы тебя взял на короля жреца и после каждого спектакля отправлял бы на флоатинг. Знаешь, что это такое? Это капсула, наполненная водой соленой, чтобы ты не тонул. И ты вот так ложишься голый абсолютно и на полчаса. Это... Хорошо. Это просто после королей жрецов всяких. Как вот мертвое море получается, да? Да, 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 да. Ты просто лежишь. Единственное, что я не смог расслабиться, потому что я случайно чихнул там в кабине, и мне вода попала, ну, сначала в нос, я высморкал ее, а потом она мне в глаза залетела. И я первые 10 минут смог расслабиться, а потом это стало мучением, глаза жгло просто. А, да. Соленая. И. Но я попробую еще раз как-нибудь. Да. Спасибо тебе большое, что ты такой. Спасибо тебе огромное. Король шаманов. Не, мы это не будем сегодня петь, но жалко, кстати, даже. Почему? Ну ладно, давай. Серьезно? Ты помнишь ее? Да. Серьезно? Да слушай, а как бы кто нам. Да я-то. Кто нам запретить? Это же все. Сейчас, секунду. Взгляни вокруг, оглянись назад. Ты не помнишь? Да, я помню. А, так... Я помню, просто... Взгляни вокруг, оглянись назад. Духи с тобою связаться хотят. Мир не такой, каким кажется он. Чудесами каждый окружен. Здесь все вокруг подвластно глазам. Сделать твой выбор должен ты сам.
здесь свою судьбу. Быть шаманом, королем, все шаманов, королем, если дух твой силен, шаманом, королем. Я вижу мир, я верю в судьбу, врагам не сдамся, продолжу борьбу. Я должен победить, быть шаманом, королем. Слушай, без репетиции, да, Тём. Тебе весело там было все это время, скажи? Да-да-да, я там минус не слышал, я слышал только ваши вопросы. Он же воткнул не в компьютер, а в пульт, он реально минусы не слышал. Это а смеш... я только минусы слышал. Да просто... То есть это... То есть он слышал... Взгляни вокруг, как лень... Я скорблю о тебе, конфетушка, что проникло в твой рот нечаянно. Кстати, одно из лучших, как по мне, музыкальных произведений из последнего испытания. Мне очень интересно, почему его не было в Леге, его не было. Так его и не написали тогда. Oh. Его написали только уже вот, ну, потом. Как? Расскажи вот 2 минуты буквально и продолжим петь. Я попросил, я к Антону Круглову подошел и сказал: почему у короля-жреца нету арии? Ну, по-моему, это было так. Он может все отрицать, конечно. Но, по-моему, это было так, он сказал: ну, будет. И она стала. И вот когда уже... Но ты, видимо, так попросил, что это одно мелодическое, вот одно раз, из лучших. И вот как раз, когда уже стала версия вот Руслана, да. Тогда это... вот ее включили. Да? То есть она, собственно, отличается-то, по-моему, отличалась-то только тем, что нет кабака, а есть испытание страдания. В смысле, ты про версию Руслана гастрольку? Да, гастрольную, когда а, вот... Да, да. Там же одно время они ставились одновременно. То есть версия Лего, Руслана. И, да. И в одной версии я пел. Собственно, испытание. Класс. А во второй нет. Кофе Кэт, ё-моё. Касай. Спасибо. Ого. О. Спасибо большое. Мы потом, мы придем на служебку обязательно и с вами пообщаемся по этой теме. Алексею не откажешь. Ну, тебе не откажешь, ты как? Да. Ой, хорошо. Ладно. А, Тём, поём мою песенку. Мы её уже спели. Thank you.
твой мир хрустальный и живой. Здесь не нужен никому такой. Спасибо. Ну, но это прям такое. Хорошая песня у Граниксов. Очень хорошая песня у Граниксов. Это. Да. Тёма ревнует, пишет. Ну, нет, я просто из округа Милонова. Ясно. Ну, я живу там, где он. Не знаю, что делает. Правит? Ну, ну да, я должен поддерживать. Условно. Хорошая песня. Понравилась песня тебе? Да. Спасибо. Я не слышал. Хорошая, да, песня. Да, у Граниксов. Я слышал у Граниксов, но я не... Ну, она там роковая, а тут, ну, понимаешь... Нет, ну, настроение такое. Я, наверное, же тенорок, да. Мне... Я лирично все делаю. Не-не, ну, там просто текст отличный. Вот прям вот для такого, для такого... Особенно пятерочки по акции ты покупаешь лирично. Что? Аранжировки... И он говорит, что я аранжировки свои за пятерочки покупаю. Продукты по акции. А так и продается? А еще есть? Да, конечно. Вам еще нет 18. Итак, Алексей поет вам вновь! Да? Да. С чего бы начать эту песню? Угу. Давай, с такого. Встречу им в детские сказки, на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданный скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальний дар. Малым вместе с собой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой. Возьми с собой, возьми с собой.
Класс. Круто. Я вспотел. Начинай, Артемий. Сейчас я проверю, та ли песня. Слушай, ну она одна, да, такая прекрасная. Это... А кто ее поет? Ее поет тот, кто... Ну, сейчас мы. Хорошо. Как бы запомни. В оригинальном тональности. Ну ладно, не важно.
На-на-на, любовь, люблю. Тём, готов? Чё, у нас соль минор? Да. А, сейчас подумаю. Угу. Сегодня это вряд ли возможно, но ты слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобою ничтожно. Но ты слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобою ничтожно. Я хотел бы подарить тебе танец, самый главный на твоем дне рождения. Если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновенье. Если музыка играть перестанет, счастье зову, ау, заблудился в темном лесу я, ау, и ничего другого на ум, ау. Я хотел бы подарить тебе небо вместе с солнцем, что встает на востоке. Там, где былью начинается небыль, там не будем мы с тобой одиноки. Там, где былью начинается небыль, там не будем мы с тобой одиноки. И я хотел бы провести тебя садом, там, где сны мои хорошие зреют. Только жаль, вот не смогу идти рядом, а дыхание твоего каменею. Ау, днем и ночью счастье зову, ау, заблудился в темном лесу я, ау, и ничего другого на ум. Хотел бы подарить тебе счастье, то, которое никто не оспорит. Только сердце часто рвется на части, так как, видимо, я создан для горя. Только сердце часто рвется на части, так как, видимо, я создан. И я хотел бы подарить тебе голос, чтобы пела колыбельную детям. Ни рукой не снять мне боль, ни уколом. Точно знаю, что меня ты не встретишь. Ау, днем и ночью счастье зову. Ау,
заблудился в темном лесу я. И ничего другого на ум. Ау, ау. Днем и ночью счастье зову. Ау, ау. И ничего другого на ум. Ау, днем и ночью счастье зову. Ау, заблудился в темном лесу я. Ау, и ничего другого на ум. Ау, ау. Ничего другого нам. И ничего другого на ум. Ау, ау. И ничего другого на ум. Ау, ау. Днем и ночью счастье зову. Дворцовый играть, если концерты все забирают. Как тебе, нормально? Бросит денежку? Алексей? Да. Ты бы столько бросил? 500 рублей бросил бы? 300, 200, 100. Как ты понял, Тёма бы рядом стоял и каждого прохожего спрашивал. Это была бы Тёмина шапка. Да. Конечно. Прошу, будь с ней ласков. Жарко, Ярик, жарко. Неси утку. Так, ну что, ты готов ли? Оксана Вин, 1000 рублей, спасибо! Спасибо от всего сердца, мы чудесные. Ну, раз мы чудесные, мы на самом деле чудесные. Вот Алексей на репетициях такое чудо творил. Я просто в охрене сидел. Мягко говоря. Короче, сейчас будет самая чудесная песня от тебя. Давай, чувак, я прям... Я не знал, я не ожидал от тебя такого, но давай, просто... Я сам от себя не ожидал. Кровь моя горяча, моя воля сильна, я отважен и молод. И моя, наступила весна, но в душе моей холод. Я стою, будто дело мое сторона, я глаза свои прячу. Но не меньше других я имею права на любовь и удачу. Почему пощадили его ураганы и бури? Почему в кабаке не убили его где-нибудь в Сингапуре? Ваше дело меня проклинать и гнобить, вы одно только знаете. Свадьбе не быть, этой свадьбе не быть, не бывать этой свадьбе. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю и никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя, не торопись, подумай о судьбе своей, не отвергай любви моей. Любовь моя навсегда, ни на что не смотря, он лишает меня и мечты, и надежды. Значит, вправе я, ни на что не смотря, отвечать ему тем же. Пусть на высшем суде снисхождение к себе я ни в ком не увижу. Все равно я ее не отдам никому, не могу, не хочу, ненавижу. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю и никому не уступлю. Никому не отдам. Прошу тебя, не торопись, подумай о судьбе своей, не отвергай любви моей. Любовь моя навсегда. Прошу тебя, не торопись, пойми, моя
моряк, он есть моряк. Ему и реки, и моря, ему далекие края. А здесь земля моя, любовь моя. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. И никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя, не торопись, подумай о судьбе своей. Не отвергай любви моей, любовь моя. Остываем, остываем. Да! Да. Тёма, ты как, остыл? Я там не вспотел. Ладно, я вас остужу, ребят. Заказ на свадьбу. Спойте на моей свадьбе. Едем, куда едем? Где? Там было. Тебе не надо, ты не участвуешь. Напишите мне в личку, я там есть в Твиче, кстати. Мы все организуем. Тёма, да, на Твиче. Да. Просто информирую. Тёма есть на Твиче. Я сейчас обратно поеду, опять буду смотреть, как она называется у тебя после концерта, потому что это начинается. Слушай. Ну что? Какая следующая песня? Она такая летняя, что дарит. Ну, она, короче, она невероятно летняя. Да? Да. Я прям даже... Песня, которую я никогда не пел, но... А я никогда не играл. В общем, состоял я в одном комьюнити. Очень добрым и отзывчивым и прекрасным. Я прям горжусь этими годами. Давайте просто. Погнали. Помянем их. Слышишь сигнал? Часто рассвета, а дальше что будет, то будет. Чей-то выстрел висок обозначил финал. Смелой веры в добро и надежды на чудо. Чей-то голос срывался на крик, как же хочется жить. Не найдя подходящих аккордов, шпрел струнами пальцы. Только бы не найти в себе сил сосчитать этажи. Только час до утра, только шанг, чтобы сдаться. Мне так нравится ночь, тише-тише, молчание роскошь. Мне так нравится ночь с безразличием кошек и крыш. Мне так нравится думать о людях цинично и плоско. Мне так нравится сердце, когда ты молчишь. Мне так нравится ночь тише-тише, молчание роскошь. Мне так нравится ночь с безразличием кошек и крыш. Мне так нравится думать о людях цинично и плоско. Мне так нравится сердце.
Если сдует, то так нам и надо. Я буду рад поменять жизнь на тот день, в котором не кончилось лето. Мне и так нравится ночь, тише, тише, молчание и роскошь. Мне так нравится ночь с безразличием кошек и крыш. Мне так нравится думать о людях цинично и плоско. Мне так нравится сердце, когда ты молчишь. Мне не нравится ночь. С безразличием засанных крыш. Мне не нравится думать о людях цинично и плоско. Я не вынесу сердца, если ты замолчишь. Но я по-другому рассчитывал, ну ладно. Надо просто... Смотри... Дожидаться, пока доиграю проигрыш. Да-да-да. Фу. Сейчас нет, это сейчас твоя. А. А какая твоя? Ой, а ты должен знать, Артём, какая. Ну, у меня проставлен. А, да, есть такая песня. Не это, Тём, вот это. Причём, да, все правильно. А какую ты думал, я думаю? Я уже не знаю, что ты думаешь. Yes. Mm-hmm. Зажги. Я не знаю неудач, потому что я ловкач. Коль дорогу перейду, попадете вы в беду. Попадете вы в беду. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Братцы, жить припеваючи. Я глупышек простаков обманул и был таков. Ни печали, ни забот знать не знает черный кот. Ах, знать не знает черный кот. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Мур-мур, мяу-мяу, мяу-мяу. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ля-ля-ля, мяу-мяу, мяу-мяу. Да, мы тут разорались. Да. А это... Коты. Это тебе соседи написали? Да. Да, ясно. Фу. Это слушай, ну жестко было. Жестко было. Все кошки ваши. А, ребят, это в принципе... По... Все. Это в принципе все. Все. Как же это было круто. Шикарно. Марафон. Ты как? Ты вот пару слов. Ты на карантине сидел столько. Это твое первое живое выступление, да? С марта? Да, да, где-то с марта. Ну, я буду называть это живое выступление. Нет, нет, ну, живое у меня были свои импровизированные такие.
А так... В Инстаграме, в смысле? Да, да. Но да, это да, все да, равно да. считается. Ну, это да. Хорошо, да, понятно. На 9 мая. На... Скажи что-нибудь приятное ребятам пока. И мы споем последнюю песню и пойдем отдыхать. И через 15 минут будет служебка. Давай, скажи, насколько ты любишь тех, кто тебя слушал, сидел я все это время. Я просто обожаю, что вы высидели вот это вот все. Надеюсь, вам очень понравилось. Мы старались. Мы правду старались. Ну, ми-ми-ми-ми. Это твое нормальное состояние. Это мое нормальное состояние. Ты же не знаешь, что ли? Да, именно такое мое и нормальное состояние. Тем, у тебя какое нормальное состояние, в принципе? Это самое нормальное, я к нему всегда стремлюсь. Вернуться в него. Так, ладно. Пока не получилось. Привет, последняя песня для вас. Спасибо большое, что были все с нами сегодня. Песенка и служебка через 15 минут. Сейчас, секундочку. Я же еще ничего не выключил. Не играй. Не играть? Да, сейчас. Шагами комнату, глазами в темноту, телом в холод кромешный. Между нами реки неспешные, чаяния и надежды отверженные, укутанные в чету, влюбленные без одежды. Земля из-под ног уходит, вспоминай меня, котик. Земля из-под ног уходит, вспоминай меня, вспоминай меня. Вспоминай меня. Год пройдет, а потом другой. Слез моря станут рекою, слез река станет ручьем, а потом ничего. Поболит и пройдет, на ранку подуй, отведи улыбкой беду. Будет июнь, яблоки в меду, поглядеть на тебя приду. Земля из-под ног уходит, вспоминай меня, котик. Земля из-под ног уходит, вспоминай меня, вспоминай меня. Thank you.
15 минут.